Ну что, сегодня у нас, видите, в каком состоянии наш помощник. Произошли у нас с утра тут чудеса маленькие, ребята. Решил я маленькое ТО ему устроить, поменял масельце свеженькое. Видите, какое здесь вот свеженькое. Так, ну что, думаю, надо подтянуть. Короче, двигатель чуть два раза не ухуячил я, ёпта. Решил подтянуть трос. В таком состоянии, я вам скажу, почему. Двигатель сейчас находится, попробуем его собрать. Если он будет работать, то значит будет работать, не будет, значит поедем другой ставить. Ну, надеемся, что обошлось. Решил подтянуть газик, болтик, утерял его. Утерял, причины, знаете, потерял, не найти, значит, будем искать, думаю, куда же он упал. Но я видел, что он падал на магнету. Не магнету, а маховик. Ну ладно, тут раскрутил, собрал, все вытянул, прикрутил, достал. Думаю, дай-ка фильтр продую, ну и неудобно было болтик один заснимать. Выкрутил фильтр, но это он не в таком положении стоял, конечно. Выкручиваю уж и фильтр. Блять, вот так он стоял, да? Он там на резиночках. Ну, болтики выкрутил и положил их вот сюда. Ну, не поднять крышку, а гляжу, что он разбирается. Ну, я, короче, дернул один саморезик, куда-то улетел. Ну, улетел, я лазил, магнета нету, чтобы не оборвала ее, потому что записка один раз оборвала. Ну, я что сделать, ребята? Он-то упал. Ну и, короче, поменял масло, завел. Думаю, сейчас цепочку и буду картошечку разъезжать. Ага. Вокруг деревьев вот так трактор объехал. Видите, он так и стал тут. Мертвым грузом. Все. Я дерг. Ничего не дергается. Ну что, думаю, буду пиздец по-русски сказать движку. Ну и начал разбирать. Думаю, блядь, поршню пиздец прогорел. Ну, поршень посмотрел, поршенек еще, даже люфта нету. Ну, думаю, что за хуйня, ёпта. Извините за мат. Ну и, короче, разворачиваю я голову. Болтик, знаете, который я потерял, я его нашел. Он, оказывается, я не проебал, в воздухан валился. А знаете, где он выскочил? А выскочил он вот там, а вот. Видите, он клапан зажал. Вот он. Хорошо, что схватился. Ну, вытягивается это он легко. Пружина рукой отжимается. Вот он. Вот причина болтика. Так что смотрите, ребята, когда ремонтируете, собирайте все болты. Ну что, сейчас попробуем мы обратно все собрать. Собирается, конечно, несложно. Прокладку желательно поменять, но это ехать 20 километров. Соберем так. Все равно я хотел новый двигатель. Ну что, соберем и попробуем, будет он заводиться или не будет. Если не будет, тогда поеду я возьму новый двигатель. Сильно, конечно, нормально затягивать, но умеренно, чтобы не оторвать резьбу, не разорвать крест-накрест. Оп! Оп! Хватит! Оп. Легко. Оп, и сейчас она должна туда совсем уйти. А, блядь, не успел. И вот эти заубки надо. Уходи. Чё,
Дырочка попала, наверное. Чего, ребята? Клапан продавливаем. Это на излом ставим. Оп, один поставлен. Придумал. Клапан продавливаем. Пальцы, конечно, можно оставить. Ну, ничего страшного. А сейчас мы, ребятки, все. Оп. Напрягся. Оп, попал, попал. Ну-ка. О! А до этого что? Я выкрутил свечку. Это самое вроде есть. Компрессии нету. Думал, почему поршню, думаю. Все, компрессия. Есть. Сейчас заведем. Так, собираем дальше. Главное, ребята, не напутать ничего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, надо было под эту. Блять, не так, маленько не так. Маленько крышку защитный кожух глушителя подпилил, так как пружинка плохо становится. Оп, ставим глушачок. Глушачок. А пружина вот эта, которая пойдет на натяг этого троса. Закручиваем болтик, который решил винтик в шурупчик саморезик погулять у нас. Блять, ну-ка получно. Надеваем. Витерок. Берем барашек. Что, вроде бы собран, ребята. Давайте попробуем. Вроде все. Так, кнопочка включена. Заведешься ты, дурак. Вот так. И завелась. Ну что, поедем на картошку сажать. Это было в прямом эфире. Картошки сажаться. Да, Саша, пошатай, сажай сушки.